Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня хочу с вами поделиться очередной посылкой из Китая. Посылка опять на модельную тематику. Точнее, здесь кусачки. Кусачки-бокорезы. В количестве одна штука. Ценник $1.88. Ну, сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Как видите, режу ранее заказанным ножом из Китая. Видео можете посмотреть, кто его еще не видел. Нож очень хороший, понравился. Лезвие очень острое. То есть уже в работе он у меня несколько дней. И я ножом очень доволен, так что рекомендую, советую. Ну а теперь вот пришли кусачки. Как видите, тоже ценник недорогой. Вот так вот запакованы в такую пленку. Также запакованы в полиэтиленовый пакет. Немножко вот подмяты. Вот. Что это за фирма, я не знаю. Но уже приятно, что они в какой-то упаковке. Вот такие вот кусачки. Даже промасленные в масле. В принципе, как видите, хороший, достойный вид у них. Сейчас попробуем что-нибудь откусить, посмотреть, как они кусают. Хороший ровный срез получается. Пластиковые прутки режут без всякого усилия. Сейчас попробую откусить кусочек пластика. Но в целом кусачки за такую цену вон как ровненько отрезают. Как видите, тоже режу, не напрягаясь. Я что-то наподобие видел в модельных магазинах от фирмы Джаз и решил заказать из Китая. Но намного дешевле они мне получились, обошлись, чем они стоят в модельных магазинах. Поэтому, как видите, довольно хорошая вещь, можно заказывать для моделистов. Это незаменимый инструмент. Нож, кусачки. Хороший нож и хорошие кусачки как бы пригодятся в любом случае всегда. Вот, поэтому покупкой я очень доволен. В принципе, будете во время моих строек видеть, как я ими работаю. Ножом, ножами, лезвиями, кусачками. Ну, на первый взгляд, очень доволен. Ну, спасибо, друзья, кто посмотрел это видео. Спасибо тем огромное, кто ставит лайки, комментирует мои работы. Очень, друзья, приятно все-таки общение, особенно когда как бы коллеги, связанные по хобби, общаются, комментируют, что-то предлагают, добавляют. Это очень радует и очень помогает как бы в моделизме. Вот, поэтому большое вам спасибо, друзья. Подписывайтесь, кто не подписался на канал, кому интересно смотреть видео. Ну и как по традиции, всех благ вам и вашим близким, друзья. Смотрите следующие видео.